Это старых клоунов не бывает, бывают только плохие. И хорошие, вот. Есть такая поговорка в цирке. Малыш, иди сюда, я боюсь. Подержи пока. Что? Моя голова. Ракитин Анатолий Геннадьевич. Преподаватель в студии актер по жанре клоунады. Клоун – это человек, это профессия. Но это еще и должно быть внутри у человека быть обязательно, что-то такое клоунское. И необходимое знание как актерского мастерства, так и жанров циркового искусства. Плюс, естественно, нужно знать психологию. Объясняю. Жанры циркового искусства. Перечислю так быстренько основные. Жонглирование, акробатика, эквилибристика, клоунада, дрессура. Что еще? Иллюзия, манипуляция. К чему вот говорю? Это тоже же психология. И тоже, как вам сказать, надо быть каким-то определенным. Вот, пожалуйста, беру вот монету, да? Кладу, делаю. Раз, два, три. Опа, нету, она здесь. Почему? Я вот взял вас, глазами отвел ваше внимание в эту руку, и все. Опять же, психология. Вы знаете, вот поэтому так. Я не профессиональный психолог. Но клоун профессиональный. Меня по профессии клоуна учил сначала отец, я из потомственной цирковой семьи. Он меня начал учить с 14 лет клоунаде. Вот. У меня даже была звездная болезнь, да, я вам скажу. Но у нас как в цирке. Вот вам даже про себя такой анекдот жизненный. Я говорю своему отцу, говорю, да вот ты выступаешь эту репризу, и чепуха там делать, и у меня так смеяться будут то-то. И вот он один раз на одном перед выступлением одним... Там вот артисты на паролог, ну паратоле скажу, чтобы понятно было вам, выходят там все, да? И вот перед этим все артисты стояли программы, и он говорит, уважаемые артисты, сегодня мой сын покажет репризу. Говорит, что сделает так, как я, и будет смешно. Я пошел ее показывать, и ушел я, извиняюсь, под стук собственных копыт. А все вышли смотреть, смотрите, какой позор. Ну, звездная болезнь, чепуха. Как у нас говорят, самая легкая работа какая? Чужая. Сделай он лучше. И мне вот этот самый, вот отсюда. Что было? Раз! Че ты разворачиваешься? Ты к ней этот самый такой уж. Бах! Елки-палки, ты че? Иди за, ты бойся. Клоун никогда не должен болеть. Даже если он больной. У меня раздробилась лодыжка вся. Вот. А работать надо было. Что я делал? Хлоретил. Два новокаиновых укола перед выступлением. И бинт эластичный. И вперед. Как раз на представление хватало. Надо себя перебороть, сказать, что я это сделаю. Если у человека, как говорится, он боится это делать, он должен перешагнуть этот психологический барьер. То же самое, как вот мы занимаемся клоунадой с ребятами в студии «Актер». Сегодня мы тоже репетировали эксцентрику с куклой, каскады, это ложное падение так называемое. Вот. Тоже сначала боялся. Парень там падает, ничего, потом показал ему технику, естественно, то-то, и все нормально, все пошло. А в начале наших тренировок, репетиций было даже такое, до слез доходило, у меня не получится и тому подобное. У него не получается, но на первом, втором, третьем, а на четвертом получилось.
Идем. Да, вот что нужно было. Молодец, мне понравилось. Студия «Актер» – это замечательная мастерская по подготовке детей к разнообразным жанрам искусства. Здесь универсальная подача и в области искусства для детей. И, конечно, я заметил, что здесь очень все это делается грамотно и правильно. Цветущий, сладкий. Не люблю. Дети бывают разные. Вот. И поэтому, чтобы найти ключик к нему, во-первых, начнем с того, что если он ребенок маленький, значит, у него нету еще разума, но чувство есть. И у любого чувство есть. Если вы, у вас ребенок чувствует, в первую очередь, что вы ему желаете добра, вот, хотя требуете какие-то на занятиях, требуете исполнения определенных элементов и тому подобное, ребенок чувствует добро по отношению к вам, и он сам же будет этим отдавать только через это. Через внутреннюю часть. Обязательно. Здесь тоже была психология. А как же без этого? Света, а ты любишь мед? Сладкий, сочный, вкусный. Нет, спасибо. Подожди. Чего? А бесплатно. Так что ж ты сразу не сказал? Давай, неси. У меня мама умерла, мне вот самое какое. Вечером мама умерла в 21:30, а в 10 часов у меня представление. Клоун. Я отказать не могу, понимаете? И уехать не могу. Потому что я на гастролях. И улыбался, а куда деваться? Вот тут и нужен профессионализм, да. Плакать хочется, а ты веселись. А есть такое слово, надо. 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 И все.